Девушка-фельдшер записала видео с грязными танцами в поддержку коллег. Флешмоб с хэштегом «Грязные танцы медиков» набирает популярность среди российских врачей. По его условиям нужно просто станцевать в своей рабочей форме, снять на камеру и выложить в сеть. Делается это все в поддержку врачей скорой помощи из Чувашии, которых чиновники осудили из-за видео, где они танцуют на рабочем месте. Проверка при этом подтвердила, что девушки были абсолютно трезвы, а видео снято во время перерыва. По мнению участников флешмоба, с их коллегами поступили несправедливо. Я в этом ничего страшного не вижу. Да, может быть, не совсем этично, что в медицинской форме и в рабочее время, но, с другой стороны, они делали это в обеденный перерыв, свой законный. В нашей профессии очень много чего негативного, поэтому без позитивного настроя никак нельзя.